Минувшей ночью Татьяна Швед не сомкнула глаз. Около 3 часов ее спальня залилась будто дневным светом. Загорелся дом напротив, женщина позвонила спасателям и бросилась на помощь соседям. Побежала, включила в колодцы провода все, которые у меня были. Начали тушить. Сосед прибежал, Василий Николаевич. Начали лить на забор, на этот дом, который рядом, чтобы не загорелся. Все попытки одолеть стихию оказались тщетны. Огонь взял постройку в плен, языки пламени устремились в небо. Двор застелил дым. На место ЧП приехали сразу 5 боевых машин. Пожарные одолели стихию. После того, как было сбито пламя, температура немного спала, начались поиски пострадавшего человека. Стены обгорели, крыша обрушилась. Под обломками нашли 2 тела. На этом месте стояла кровать, на которой мужчина уснул и уже не проснулся. Бойцы МЧС вытащили трупы на улицу и передали судмедэкспертам. Погибшим оказался хозяин дома. Сосед был неплохой, но он пенсионер. Любил курить в доме. За это постоянно мы его ругали. Личность 2-го человека не установили. Пожар превратил дом в руины. Причину ЧП выясняют. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.